За последние сутки во Владимирской области выявлено 119 случаев заражения коронавирусом. Это на 22 меньше, чем накануне. Госпитализирован 41, на 39 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 149 187. В лидерах по приросту Вязники 39 заболевших за сутки. Владимир на втором месте 35, на третьем Муром, где выявлено 11 заболевших. Летальных исходов 4, на 2 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3396. Число выздоровевших 183. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 142 170.